Шумная вечеринка, звездные гости, в окружении команды, семьи и состоятельных доноров в элитной резиденции во Флориде Дональд Трамп начал праздновать победу еще до официального оглашения результатов выборов. Сам объявляет себя следующим американским президентом. Мы сделали что-то историческое, преодолели препятствие, которое казалось невозможно преодолеть. Сейчас уже ясно, что мы одержали самую невероятную политическую победу, которую наша страна еще не видела. Благодарю американский народ за невероятную честь быть избранным вашим 47-м президентом. Миграционная политика, отношения с Китаем и ни одного слова об Украине. Дональд Трамп обещает, будет возвращать в США то, что, по его мнению, было потеряно за время президентства демократа. И подчеркивает, он окончит все войны, хотя прямо об Украине не сказал. Трамп быстро вышел в лидеры не только в предполагаемых Красных Штатах, традиционно поддерживающих республиканцев, но и в ряде важных так называемых колеблющихся, в частности в Северной Каролине, Джорджии и Пенсильвании. В этом штате одна из самых больших украинских диаспор в США. Сторонники же Камалы Гаррис разочарованы. Вице-президент США не будет обращаться по поводу завершения голосования. Благодарю вас за все, что вы сделали. Спасибо, что вы здесь. Все еще нужно сосчитать голоса, еще есть штаты, результаты из которых неизвестны. Так что вы не услышите вице-президентку сегодня, но услышите ее завтра. Явка на этих выборах в Соединенных Штатах рекордная, а за ходом гонки без преувеличений следил весь мир. Задолго до начала голосования их окрестили историческими. Миллионы американцев выбирали будущее не только своей страны. Результаты выборов повлияют на ключевые процессы в мире, в частности и в Украине. Эти выборы, безусловно, имеют историческое значение. Журналистка CNN Дана Баш сравнила эти выборы с выборами 1860-го, когда выиграл Авраам Линкольн, после чего началась гражданская война. Если бы тогда победил прорабовладельческий президент, история США могла бы развиваться совсем по-другому. Камала Гаррис взвешенно обещала быть на стороне Украины и поддерживать поставки оружия. В то время, как Трамп не раз заявлял, остановит войну в течение суток после своего избрания. В то же время высказывал предположение, что может прекратить помощь Киеву. Во внешней политике Трамп не выдвигает конкретных предложений. С Камалой Харрис Соединенные Штаты, вероятно, продолжили бы поддержку Украины и свою лидерскую роль в западном мире. Аналитики же допускают, что Дональд Трамп может позвонить Путину уже завтра. В то же время обсуждение предстоящих переговоров о войне в Украине может начаться в первые месяцы следующего года. Такой прогноз событий представил телеканал CNBC. Но не исключено, что все это может остаться в прошлом с предвыборными обещаниями Трампа. Ожидать от президента Трампа, что он будет сейчас быстро заканчивать войну на приемлемых для Украины условиях, не стоит. Так же, как и не стоит ожидать, что, в общем-то, можно быстро закончить войну. В то же время это далеко не конец кампании, ведь подсчет и обжалование результатов могут затянуть процесс до декабря, а финальные результаты будут озвучены чуть ли не перед Рождеством. Решающим же фактором станет, кто будет контролировать Конгресс. Ведь от этого будет зависеть, сколько власти будет иметь будущий президент и в какой мере сможет поддержать или помешать поддержке Украины. По предварительным подсчетам, пока преимущество у республиканцев. То, что Конгресс занимается республиканцами, это большой риск для мира. В принципе, потому что означает, что нет внутренних рычагов, нет сдерживателей и противовесов. И если Трамп будет делать какие-то радикальные вещи, которые будут вредить и разрушать институционально Соединенные Штаты Америки, все очень боятся этого проекта 25, например, то сдержать его будет очень-очень тяжело. Лидеры государств уже поздравляют Дональда Трампа с победой. Генсек НАТО Марк Рютте говорит, что с нетерпением ждет возможности поработать с Трампом. Он упомянул о российской угрозе, об Иране и Северной Корее. В Евросоюзе тоже поздравляют. Брюссель надеется на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном после победы Трампа. Премьер-министр Британии называет триумф Трампа историческим. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал победу республиканца впечатляющей и подчеркнул, Киев рассчитывает на дальнейшую американскую двухпартийную поддержку. Сергей Еременко, Наталья Луценко в рамках марафона на телеканале Freedom.